Балхаш сам в таком угрожающем состоянии находится. Ибо средняя глубина всего 6 метров, но площадь очень большая. Это фактически испаритель. То есть вся вода, которая приходит, а 80% воды Балхаш приносит река Игли. Вот. Остальные речки, вот эти 20%. Но сейчас идет потепление климата, и катастрофа грядет очень стремительно. Допустим, это вся ледниковая вода, она просто кончается. Это значит, летняя вода, ее не будет. Вот сейчас видно по нашим речкам. Раньше это был бурлящий такой поток, свежей, прекрасной воды, прозрачной, красивой такой. А сейчас почти канализация там протекает. Потому что многие частники там наверху построили здания и сливают туда свои кондиционные отходы. В общем, трагедия назревает очень стремительно.